Родители пытаются пройти через рамку металлоискателя. Не у всех получается с первого раза. Так начинается пробный ЕГЭ для мам и пап. Сегодня родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ. От рамки металлодетектора, регистрации до проверки экзаменационных работ. Поле «Класс» заполняйте самостоятельно. Все разговоры пресекают в начале. Всего 24 родителя пишут базовую математику, 20 заданий. За процессом следят и с помощью камер видеонаблюдения. В каждой аудитории их по две. Честно скажу, да, полистала немного учебник. Ну, я сейчас на 9-м задании, пока ничего сложного для себя не увидела. Надеюсь, что сдам. Готовились, ну, вчера формулы пролистали, то, что вспомнили из школы, то и пишем. Ну, главное, чтобы сильно не гнетали атмосферу, а так, если они в течение хотя бы даже 10-11 класса занимались, я не думаю, что я что-то такого сверхъестественного. Всего в этом году 266 выпускников Ивантеевки будут сдавать единый государственный экзамен. Помимо обязательных математики и русского, максимум школьников выбрали обществознание и физику. Кто информирован, тот вооружен. То есть если родитель сам будет понимать изнутри, как это происходит, то он сможет донести своим детям, что это не страшно. Это действительно, да, это важный очень этап в жизни ребенка, но это не страшно. Если, конечно, найдутся желающие участвовать в каких-то экзаменах далее, может быть, в марте или, может быть, даже в апреле, еще ближе, то мы, конечно, продолжим эту тенденцию. Родители базовую математику написали, в основном на хорошо и удовлетворительно. Но есть и две пятерки, оба отличника, папы.